На расширенном планерном совещании в администрации Северского района обсудили работу жилищно-коммунального хозяйства в минувший осенне-зимний период и задачи на предстоящий сезон 2024-2025 годов. Проходило совещание под председательством руководителя муниципалитета Андрея Дорошевского и при участии прокурора района Евгения Ширяева. Исполняющая обязанности начальника управления по координации работы ЖКХ Алина Сиренко доложила, что минувший отопительный сезон прошел в устойчивом режиме, без серьезных аварий в области ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. В рамках подготовки к новому отопительному сезону проводятся плановые ремонтные мероприятия, диагностирование и наладка оборудования. Подготовлен комплексный план мероприятий по подготовке Северского района к ОЗП. Общий план составляет 143 миллиона 667 тысяч. В этот комплексный план входит как теплоснабжение, водоснабжение, так и жилищный фонд. Доклады о положении вещей, проводимых и планирующихся работах зачитали руководители теплоснабжающих компаний района. Глава муниципалитета отметил, что капитальные текущие ремонты оборудования и систем тепло- и водоснабжения должны быть завершены в установленные сроки. Прокурор района обратил особое внимание на наличие дорожных карт с указанием всех проблем в этой области, а также поднял вопрос изоляции теплотрасс. В особенно плачевном состоянии они находятся в Черноморском поселении. Обсудили и ежегодную замену 5% сетей водоснабжения. МУП «Крюковские коммунальные системы» Черноморского поселения с его арестованными счетами денег на это не имеет. В местном бюджете их тоже нет. В остальных поселениях закупают необходимые материалы для осуществления замены труб. Однако Евгений Ширяев обратил внимание на их качество. Должно отвечать ГОСТу. Прокурор района не исключил возможность осуществления проверок качества уже замененных водопроводных сетей в поселениях.